Всем привет! Я купил на AliExpress вот такие вот перья, и из этой штуки я хочу сделать follow cam, камеру, которая будет лететь за крылом. Ну и даже если эта штука не полетит, я не расстроюсь, потому что вон можно отдать перо кошке, ей уже нравится. Парапланерный ящик, собственно, там я хочу найти запчасти, из которых я буду лепить. Мне понадобятся всякие стропы и веревки. У меня есть немножко строп. Вот еще пригодятся всякие вот крепления для GoPro. Вот это самое главное крепление. У меня была где-то липучка, но в принципе можно просто там на двойной скотч посадить. Собственно, вот из этого я собираюсь делать. Собственно, друзья, вот так вот она у меня теперь выглядит. Можно регулировать вот этим вот болтом наклон камеры туда-сюда. И, ну, висит нормально. Я только что попробовал ее туда-сюда поболтать. Вот. Вроде бы тоже неплохо. Надо проверить в деле. Посмотрим. Собственно, перед тем, как вешать камеру на параплан, я хочу попробовать ее высунуть из машины и просто ехать, держа вот на веревке и на палке. Сейчас у меня ровно четкий встречный ветер. Примерно 5-6 метров в секунду, поэтому я буду ехать не быстрее, чем 20 километров в час. Вот такой вот эксперимент сейчас сделал. Скорость была где-то 20-25 километров в час. Ну что, попробуем. Ветер сильный, но, надеюсь, получится удержать крыло. Был сильноватый ветер и слишком короткая веревка, которую я привязал. У меня есть шнур для спасения от ТХФАУ, и сейчас я наращу еще 2 метра. Вроде бы немножко подстихло, хочу еще раз попробовать. Видно, что когда камера пролетает за мной, она пролетает в зону турбулентности и ее немножко потряхивает. Все равно, даже от того, что я добавил примерно 2 метра веревки, было заметно, что коротковато. Нужно еще длиннее делать веревку, чтобы камера находилась дальше. И что я хотел показать? Я потратил на свою камеру 1,5 евро на Алиэкспрессе, и буквально там какие-то запчасти у меня... Остальные валялись в ящике, в моем парапланерном ящике. И вот самая популярная, наверное, ChaseCam, это от Skybean, и вот она стоит 150 евро. Ну, выглядит здорово, конечно. Вот, например, вот я еще нашел какую-то за 60, и есть такая от FlySpain, она стоит 55 евро. Соответственно, я хочу продолжить делать тесты с моей ChaseCam, и я думаю, что все будет нормально, и она чудесно полетит. По крайней мере, мне понравилось что-то делать руками, и она выглядит очень толерантно.